Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Банана Конг. Так, что у нас тут? Воу-воу-воу-воу. Так, коснись для прыжка, понял? То есть мы играем за некую обезьянку, которая собирает бананы, это понятное дело. И все, что нам доступно, это просто прыжки. Ну, хорошо, пускай будет так, просто прыжки. А как, например, вниз? Ага, вот оно как. Такая музыка. Банана Конг. А, можем вот так вот. Все, я понял. Так, прикольно. Так, здесь мы... А что это у нас такое копится? И что это? Так, смахните влево, чтобы выполнить... Что? Барсук? Влево? Оу. Ну что ж, будем знать. Так, а для чего нам нужен вообще этот барсук, если честно? Кто там за мной гонится? Так, барсук разрушает препятствия. Смахни... Ага, вправо снова. Я понял. Буф, камни. Так, ты готов, удачи. Готов к чему? Банана Конг. Какая веселуха, ребята, а? Так, это прыгает? Да, это прыгать. Почему за мной целые этих? Я не могу понять, ребят. Продолжай бег. Я пытаюсь. За мной какая-то гора банановых кожурок бежит. Ты заметил? Ой. Оживить. Оживили меня, короче, ребят. Так, секундочку. Меня оживили. Что это? Что за поездка? Ой. Я не понял, что это. Так, бочонки эти. Аккуратненько. Блин, бочки это еще. Ё-моё, ребята, меня. Ты серьезно? Конг, ты... Не, ребят, ну тут... тут на самом деле нужно... Господи, я отвлекся вот на эту фигню, ребята. Тут надо мне расставить кнопки, ты понимаешь? Потому что вот это вот, ну, вверх-вниз, это как бы, ну, не для меня. Надо, чтобы все было, как бы тебе сказать, по кнопочкам. Поэтому дай-ка я сейчас попробую сейчас все это расставить и будем дальше продолжать. Так, ребят, не знаю, что там наделал, но давай смотреть. Вот это вот, конечно, странно. С чего вдруг... Чего вдруг там за мной... Ой-ой-ой. Столько этих банановых кожурок-то летит, объясни мне. Так. Музыка, извини, бананы. Оу. А чего вы раньше-то не сказали, блин? Что... Здесь можно... Так, ладно. Хова. Там можно было... Все, я понял, ребята. Там можно было в этот туннель запрыгнуть. Вот оно что. Ой. Все, да? Споткнулись, оживить я не могу. Ладно. Так, продолжай движение и... Играть, говорит, снова. Конечно, снова. Там, по-моему, можно было улучшить. Я так и не понял. Ой. Там можно было улучшить. Ну, ладно. Двигаемся, двигаемся. Я не могу понять, что же все-таки...
Зэти. Опа, ты видел? Вот так вот, ребята. Может быть, я это зря сделал? Нет, все равно банановые эти... Опа! Ну, кто... Ты видел физиономию? Так, множитель. Спасибо за множитель. Так, подожди секунду. Вот здесь вот что? Играть снова. Я могу что-то улучшить, ребят. А, магазин. Шляпы? Животные? Простое усиление. 750 бананов. У меня всего лишь 181 банан. Какие усиления? Листочек у меня, понимаешь? Вот просто листик. Я на этом листочке порхаю, как бабочка. Шляпы. Кастрюля. Ну, что я могу сделать с этим? Ого, тут радужные бананы, магнит. В общем, ты понял, да? Что у меня вообще пока ни на что не хватает. Так что... Играть снова. Банана. Вот тебе и банана. Вот тебе и банана. Это такой раннер, ё-моё. Угу. Банана Конг. Да что ж за эти, за объедки-то меня, ребят, настигают, а? Почему так быстро? Зачем, зачем, зачем? Ребят, сейчас... Сейчас меня накроют. Я уже почти, почти, ребята. Давай. В плане. Воспользуйся, говорит. Броском, блин. Надо было... Оказывается, надо было бросок делать, чтобы туда залететь. Ты понимаешь? И просто тупо носом врезался. Вот это вот что такое? А, вот оно как. Давай, лети. Молодец, красавчик. Мог бы и дальше, конечно, пролететь, но ты сам видишь. Есть. Оу. Так мы плывем. Да отвали ты от меня. Да... Всякая... Ерунда липнет ко мне. Ну ты посмотри, а. Ой. Ой-ой-ой. Кусил за задницу. Ой, блин, смех на палке. Уть, уть. Новое достижение. Какое там, хуни-би. Что это за хуни-би? Хуни-би. Ой. Ну, тут, ребят, ты заметил, что скорость очень быстро начинается. Так, еще осталось 74, да? О. Ага. Так, доберись до верхушки деревьев и зоны пещеры. Так, друзья мои, я готов дальше бежать. А, эти кучки меня, все, я понял. Это все меня замедляет. Вот оно что. Вот эти всякие бочки и тому подобное, да? Уть, уть. Банана Конг. Паутинки тут всякие. Подожди, а почему у меня... Странно, почему у меня не работает этот? Мой листочек парашют. Почему мой листочек парашют не работает, ребят? Ага. Поплыл я, короче, отсюда. Пираньи эти не нужны, они мне. А крокодил, видимо, это как бы неизбежно, да? Так. Чего вы раздулись? Вон, 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 ребят. Ай.
Ай, укусил. Укусил он меня. Можем пробивать препятствия. О! Ух ты, это... Что за бочка там была? Ты видел, там была бочка какая-то. Наверное, можно было за нее схватиться или еще что-нибудь в этом роде. Так, продолжай бег, пробеги 1000 метров. То есть километр. Да? Вот смотри, ну тут же все-таки я могу что-то улучшить, ребят. Бонусы. Как... А, полная линейка энергии. Жизнь. Банана-бросок. На премию вообще могу... Ой. Нет, премиум не надо. Какие-то бонусы могу взять, какой вот, например. Один я могу только взять. Полная линейка энергии, ну зачем она мне нужна? Да? Че, погнали? Банана. Шманана. Где, говорю, листочек мой? Не понимаю я. Ты серьезно сейчас, да? Ай, чудило, а. Я хотел просто... Блин, вот почему-то здесь, ребята, он есть. А здесь почему-то на кнопках его нету. Почему? Ой. Нормально, ё-моё, нормально. Так и должно быть. Да что за проблемы-то пошли какие-то, ребят? Банана. Вот тип банана. Играть снова. Так, бежим. Угу. Уть. Блин, немножко вот задержали меня этих. И все, ребят. Блин, надо было тебе об камень, а? Вот надо было тебе об камень врезаться. Пустая ты голова, а? Что там у нас? Доберись до верхушки. Воспользуйся броском, раскачивайся. Ладно, давай еще сделаем с тобой один забег. И будем закругляться. Банана-конг, ё-моё. Уть. Уть. Угу. Ну-ка. Вот здесь, наверное, надо было пробивать. Банана конг. Ай. Что? Пробежал? Опа! Ой! Ой-ой-ой! Ну, не среагировал, ребят. Замешкался. Но зато пробежали. Оу, награда 250 бананов. Отлично. Так, продолжай движение. Побывай в пещерах 10 раз. У нас уже 748 бананов. Можно что-то улучшить, наверное, да? Животные. Что делает жираф, интересно? Предотвращает твое падение с верхушки дерева. Ты получаешь по одному дополнительному сохранению для каждого уровня. Не устраивает. Что за парашюты? Ну, парашюты. Что еще могу? Парашюты, ё-моё. То есть мне доступен только жираф, что ли, я так понимаю? А черепах что делает? Позволяет тебе ехать верхом на две... Спасибо. Шляпы. А шляпа-то что делает? Что делает кастрюля? Ну, видимо, ничего, ребята. Просто, просто украшение. Скорее всего, да? Так, я возьму вот
пиранью. Да. А я новое достижение. Так, давай посмотрим, как мы будем выглядеть. Ты серьезно натянул пиранью на голову и... Эй. И довольный ты такой с пираньей на голове. Молодец, красавчик, елки-палки. А что еще скажешь? Опа-на. Видишь, как четенько. Ух ты. Так, тут надо быть тоже аккуратным. Так, ага, здесь же тогда паршивый сталактит меня, да? Что, поездка? О, как? А, вот оно как. Это так и должно быть? Кабан бедный. Так, новое достижение. Так, меня скинули. Ох ты. Блин. Да как ты тут пробежишь, если они прям перед носом, перед моим падают. Зашибись. Так, множитель счета. Да. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.